Мы должны пройти Майнкрафт, но все злобные мобы пытаются украсть моего друга. Моя задача — освободить его из лап мобов за 5 минут. Если что, эти 5 минут даются на всю игру. И если я его не освобожу, то мы попросту умрем. Ну а ты ставь лайк и обязательно подписывайся. Ну и всем привет, чувачки, с вами Скайлос, а у нас сегодня пушистый волк. Привет, волчата. Ну и я сейчас ввожу команду, после которой тебе будут мобы воровать. Подожди, меня конь будет воровать. Не, кони не воруют, вроде бы только враждебные мобы. Так, ну сейчас враждебных пока не видно, поэтому я могу расслабиться. А может, в пещере тут есть? Так. Смотри, для начала давай добудем все ресурсы, которые могут в будущем нам понадобиться, потому что тебя нужно будет спасать капец как сильно. Ля-ля-ля, я пошел добывать дерево. Я пошел в пещеру! Там же меня никто не утащит! Так, а что там? Зоркий глаз увидел портал! Пойдем! Опа! Я вижу там что-то такое желтое торчит, я думаю, ромашка. Так, тут есть раз золотые блоки, это очень хорошо. Два блока целых. О, паркур. О, тут пустой сундук, Антон, тут пустой сундук. Вообще ничего нету в нем. Там вообще пустой сундук. Ты падла. Слушай, как насчет того, чтобы ты нагрудник взял, потому что меня все равно будут, видимо, красть. Я буду такая принцесса, приданная, там все остальное. Да. Добывай камень, и мне нужна сразу каменная кирка. Делайте мне каменную кирку, пожалуйста. Ваш заказ будет готов через 5 секунд. 4, 3, 2, 1, на. Спасибо. Что нам нужно? Нам нужно найти железо. А мне вообще без разницы, мне просто надо быть. Это тебе надо железо. Слушай, тебе мобы не будут бить, по идее, да? Да. Они меня будут хватать только. Так, я нашел железо. Е-бой! И тут есть проблема, я слышу мобов совсем рядом. Я чувствую себя мамочкой, у которой сейчас украдут ребенка. Я слышу вот в той стороне, вот туда надо копать. Давай проверим, вообще работает или нет. Давай. Мы сейчас будем ссаться. Я думаю, они где-то здесь, я прям чувствую. Во, тут орут. Ребенок зомби! Ой! А он тебя утащит вообще? Стой. Вот, он не понимает. Женя! Я плохо! What the fuck? Он меня в пещеру, Антон, в пещеру, подожди, он быстро бежит очень. Что за фигня, ты куда ушел вообще? Я ничего не вижу, меня в блоке застрял. Во-во-во, я бегу. Так, сейчас я железо добуду, там все равно 4 минуты. Так у нас всего 4 минуты, 5 минут на всю жизнь. На всю жизнь, то есть? Да, хватай меня, спасай быстрее. Сейчас тут железо. Я его не могу ударить. Ах ты, падла! Тихо, чтобы не ушел. На меч, сейчас тебе меч скинул. Давай. Попадаю. Все, есть. Еще один зомби, подожди, закрывай. Да, их нифига себе здесь. Давай ко мне, залезай. Тихо, они меня не убивают. Ты посмотри, сколько их здесь. Женя! Ты закрылся, нет! Почему? Твою мать! Нет, крипер! Нет, подходите ко мне, нет. What the fuck, я вообще такого не ожидал. Охренеть, я сейчас в таком шоке. Это что вообще было? То есть у нас всего 5 минут на твою жизнь. То есть, когда твоя жизнь закончится, начнется моя жизнь. Еще зомби. А, он не пролезет. А, я схитрил. Они меня с большого расстояния достают, вот это меня напрягает. А что с тобой делать в Эндермире? Воду разлить. А, блин, реально. Так тебе дракон унесет. Так, хорошо, слушай, у нас всего лишь ничего. Еще у нас ад впереди. Я слышу, кто-то рядом. Они прям по ушам. Мне кажется, опасно вверх копаться. Опасно, он сейчас вниз упадет на один блок, и все. Я хочу проверить просто. Такое ощущение. Подойди поближе. Хочешь, я пукну? Маленький! Я закрыл. Боже. Вот маленький самый страшный. У нас на улице ночь, Жень, на улице ночь. Ночь только началась, побежали отсюда. Ой-ой-ой! Нифига их здесь! Женя! Я забыл, что скелеты бегают. Ты куда без меня? Ты понимаешь, что... Вот, быстро, в воду! Тут деревня! Погнали, там голем тебя защитит. Боже, сзади идет импостер. Так, ну че, здорово, братва. Надо набрать как можно больше еды. Я взял хлеба. Я буду рядом с тобой, потому что ты вообще непредсказуемый у нас. Так, Женя, насчет три беги! А паук прям не хочет от тебя отходить. Иди отсюда. Кыш. Я не могу моба вбить вообще, я понял. Я пытался же курицу убить, я не могу. Ты куда побежал? Я вообще бегать не могу. Один удар. Аккуратно, у меня еды нет. Маленький утопленник, я не могу бежать, Женя, спрячься! Все, я спасся. Фух, дай мне, пожалуйста, еды, хотя бы немножко. Я не могу бегать, ты понимаешь, это маленький тебя хотел утащить. Вообще, он падал такой, Эндермен, длинный слишком. Так, все хорошо, голем, давай. Они все равно на голема не нападают. Пауки! Слушай, я придумал, мне нужна лава, либо... О, там ведьма идет. Ты куда? Эндер потащил меня. Женя,
Блин! Спасай меня, 3.50 осталось! Да куда? Он быстро бежит, он сейчас в воду залезет или телепортируется. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты как? Я блоками пытаюсь его блокать. У меня медлительность, меня ведьма медлительность сделала. Ему пара ударов, он умрет. Ты его не можешь ударить. Он убегает, я не могу. Ты блоки-то зачем ставишь для него? Чтобы он не прошел дальше. Он же телепортируется. Он побережье, он в тупике, давай, зажимай его. Так я вижу. Да у меня медлительность. О, заканчивается. Он сам сдох, и мне ядер жемчуг выпал еще. Охренеть, он бой залез и умер. Ты не представляешь, какой стресс это. Я представляю, какой это стресс, потому что я вижу, за мной идут еще там 50 человек. Трындец. Так, сейчас я уничтожу, чтобы они не могли дойти. Все, пауки. Пауки идут. Женя, переплавляй железо. А где железо? У кого? У меня нет печки. Давай. Трындец, я не знаю, что с этим делать. Может просто сделать зажигалку. У меня есть. Есть зажигалка, спасибо большое. Крипер, подожди. Да. Минус я. Ложки, а мы без башки. Блин, шикарно. Они все, они доползти даже не могут. Класс, это супер охуенно. Маленький утопленник. Блин, их так много, мне прям нравится. Бум. Еще идут. Собирают там нитки, стрелы. Так, да, кстати, погнали. Блин, так еще из них лут падает. Мобы кончились. Да, мобы кончились. Слушай, а ты когда-нибудь видел бы такое? Посмотри в воду. А... Почему? Свинья. Они подумали, что это суша. А, и лошади тоже что-то... А, ну ладно. Погнали в деревню, добудем как можно больше пшеницы. Так, давай, слушай, еще убьем голема. Потому что нам железо-то надо. Он был нашим защитником, он видишь, какой упаковаться. Да пофигу. А тут еще один голем. Подожди, ты заметил, что деревня огромная слишком? Да, это походу два голема. Да, двойная походу. Он на меня не нападает. Напади ты. Он на меня не нападает, реально. Мне еще плюс железо. 8 слитков, трындец. Погнали тогда в ад пойдем уже искать лаву. Где-то же здесь рядом у нас был портал, тебе не кажется? А, точно, подожди. Вот тут третий голем умирает, Антон, иди сюда. Что? Третий голем. Откуда вас тут так много просто? Смотри. Жень! А чего так бежит? Ты дурак, он очень быстрый, но он сгорает, он сейчас сам тебе скинет. Я даже не полезу к тебе, все, всего хорошего тебе. Сейчас он только по воде. В аду будет срака. Свинозомби, интересно, подожди, свинозомби будут красть меня или нет? Конечно будут, они же враждебные. Так, наш портал, вот он, наконец нашли его, здравствуйте. Это же наш тот самый. Ну так мы к нему и шли. А я думаю, мы просто бежим в поисках портала, нашли свой. Тут лавы нет. Надо лавовое озеро найти. Может оно там где-то есть лава, я просто копался к порталам, обычно лава внизу бывает. Мне что-то пипец страшно. Опять эти... Сколько вас здесь? Ты выкопался? Женя! Я вижу глаза! Твою мать! А сделай мне, пожалуйста, железный меч. Сейчас, секунду, сейчас будет бабах. Лаву! Нашел лаву! Сюда! Бегом! Да! Где-то эндер! Твою... Он где-то сзади будто бы. Как будто он... Да. А он телепортнется, нет? Давай лаву заберем и убежим. Тут вроде никого. А зачем лаву? Давай здесь построим портал. А, точно. Спидран. Последний. Командная работа. Слушай, мне в аду сейчас более страшно за тебя вообще. Сейчас, я кое-что придумал, но я знаю, что там типа не спасет никого, но я на всякий случай кого-то замедлю потом. Да, я могу тоже. Раз, два, три. Погнали. Окей, гоу. Я боюсь, что сейчас мы только выйдем, тебя сразу украдут, Джон. Бежим сразу. Тебе сразу украдут, это тот биом, который не сильно хороший для нас. Я аккуратно встал. Эндер, бежит, я вижу. Так. Ты куда? Эндер. Нет, Женя! Давай, живем. Хорош. О! Да как? Я да куда ты, дурак? Охренеть, я поесть могу, надеюсь? Могу поесть, я отхилюсь. Так, я боюсь его бить. Нет, еще один эндер! Есть. Аккуратно, стой на месте. О, сверху эндер был. Да как они сейчас блок хватают? Стой на месте. Да какого черта, отпустите меня. Да как они тебя так постоянно... О, перл. Смотри, реально все к тебе просто коннектятся. Шикарно! Я-то думал, это будет гиперсложно, у меня уже два. Так, я пока хлам скидываю, ты давай убивай. Ой, еще один пришел, они реально сами приходят. Да блин, они просто сами падают, ну ладно. Ой, еще перл. Как мы отсюда выйдем, я не представляю. Еще. О, перл. У меня нет мыслей, что делать сейчас. 4 перла. Я не знаю, мы так будем долго бежать от них, чтобы найти просто замок. Так они еще быстрее бегают. Еще. А, это ты скинул? Да. Слушай, их больше нет. Все? Да, закончились. Только давай фастом. Слушай, бери блоки и погнали. Все, у меня все готово. Два, три. Погнали сюда. За мной. Мне кажется, где-то здесь портал. Ну да. Они все как мухи умирают. Они все ко мне сейчас. Они получают урон, потому что ко мне пытаются добраться. Так, хорошо. Бесконечная
ферма Эндермена! Держи, оба. Спасибо большое. Давай ты сам это, в крепость ходишь. Я не хочу на эфритах кататься. Ты посмотри, это армагедец какой-то! Мы в самом плохом биоме для этого. Мне страшно за вот эту вот лавовую яму. Смотри просто. Гоу-гоу-гоу, обнов через 30 секунд. Дебил. Смотри, просто он по кругу будет постоянно. Так, у меня 11 сперло уже. Ага, пиглин пришел, ага. А ты куда? Даже... Че за побег? Погнали просто прыжками. Так, поешь сначала, поешь. Вроде бы все отлично, отлично, отлично. Вроде бы да, вроде бы да. Никого. Сейчас я исследую, куда нам пойти. Эндермен! Я, короче, взял две кровати на всякий случай с собой. Он бежит, я ставлю кровать, он такой отбегает, возвращается, и я его взрываю. Охренительно. Торгуша торгует. О, стрелы дал. 12 эндерперлов уже. Так нам хватает, надо эфрит впить. И торговать не надо. А почему меня ребенок зомби схватил? Что? Где? Куда? Ребенок зомби меня схватил. Куда? Минута 30 куда секунд. Ты его понес? Минута 30. Ну, я поехал. Куда ты поехал? А ну, брат, да пожалуйста, нет. О, тут, смотри, бастион. Бастион, шикарно. Газ, газ тут газ есть. Чтобы тебя утащил еще. Нет. Нет, вернись, вернись, нет! Куда он залез, я не вижу тебя даже. 37 секунд, 30 секунд, умер, нет, Жень. А он не горит. А ты? Я не горю. Я в лаве, он на дне океана. Жень, что делать, у меня нет зелья. Женя, нет, пожалуйста, не умирай. Одна. Теперь будет моя очередь, чтобы меня ворвали мобы. Раз, два, три. Теперь мобы охотятся на меня. Женя, я тебе скидываю блоков. Так, я готов. Шо, погнали меня защищать. Куда в бастион? Ты прикалываешься? Не-не-не. Слушай, с ними поторговаться можно. Да, да, сейчас они придут сюда. Лишь бы газ не прилетел. О, торговля. Жень. Ой. Стоит. Цемнота. Антон, посмотри вон туда вверх. Я что-то сейчас не заметил. Да золото дофига, зачем нам золото? У нас перлов просто капец. А есть зельки? Зельки есть? Вот пытаюсь. Не, пока нету. У меня 17 золота есть. Мне дали зелье огнестойкости. Разбивное или забивное? Разрывное. Дали обычное, которое нужно выпить, поэтому я тебе его отдам сейчас сразу. Давай. Держи. Все, наконец-то я не умру. Пока что не пей. Пока что в любой момент можешь выпить. Да я потом, когда буду в лаве. Погнали крепость искать. В какую сторону пойдем? Смотри, у меня есть план, он не очень. Там эндер, осторожно. Короче, погнали вот туда. Смотри, не идут за тобой почему-то. Вроде бы они не агрятся на меня. Аккуратно, аккуратно, чтобы никто меня сейчас не стащил. Следи, чтобы не стащили. Женя, стащили! Да почему? Женя, стащили. Сейчас а куда упадет. Куда тебя? Упадет. На наш островок. Женя, упадет. И в лаву. Пей зелье, умрешь. Я вылез. Да? Все. Выпил зелье? Да, я выпил. Ё-моё, вот это что вообще такое было? Сколько у меня? Три минуты. Нормально. Сейчас доплыву. Ты просто это видел? Просто в секунду. Фух, я выплыл. Боже! Сколько тут тендер? Ой, свинозомби, сразу закройся. Где ты? Я тут внизу, Жень. Я вижу тебя. Ой, а как тебя спасти? Вниз, давай. Сейчас он туда и пойдет. Избивай. Спасибо большое. Так, я пытаюсь. Ты закрыл блоками. Я закрываюсь. Все. Глубже. Это мало. Я в бастионе. Зомби. Ой, команды идут, закрывайся блоками, закрывайся. Там сзади еще, там в тоннеле у тебя, осторожно. Зелье есть еще? Нет, не работает. У меня зелье есть в руках. Много зелий. Женя, давай, спасай меня блоками, заставляй все ископывать, давай, у нас есть время, давай, он не сильно глубоко. Я к тебе нырнул, что сделать, как передать тебе блоками, зелье? Через печь поставь печь. Смотри, печка, вот ставлю. Где, смотрю, не могу тыкнуть, где она? Так, открыл, взял, выпил, давай, убивай его. Убиваю. Вот, вообще, что это было? Погнали туда, у нас есть время. Ты как додумался печь поставить? Я даже вообще в мыслях не было. Это MLG. Ты посмотри, падлы идут. Магмакуб идет. Жень, давай ты вперед. Ныряй. Так, Антон, смотри, я тебе даю залезть туда обратно. Зелье огнестойкости. Это наше второе спасение, если тебя утащат в лаву опять. Пошли куда-нибудь. Погнали. Тут они вроде бы не пролазят особо. Они же в 3 или 4 блока, да? В 3 блока. Как? Крепость! Все, в нее. Только эфриты сейчас приветствуют нас. Прям здесь эфриты, я их слышу. Ты тоже слышишь? Свинью слышу там, за стеной прям. Выше, по-любому выше. Прикинь, мы сейчас прям. Ой, свинья! Не одна, закрывайся блоками. Эфрит! Но он меня до дергонев не вытащит. Убивай его! Не, эфрита, в первую очередь, эфрита! Так, убиваю. Давай, все. Нифига себе. Смотри, вот туда отходи подальше. Так, есть. И у нас эфриты будут падать сюда.
Офигенно! Ложки просто! Они же пассивные все, это самый идеальный Майнкрафт. Они же пассивные. А вдруг это просто замок? Типа это не спаунер. Блин, я не понимаю, сейчас я к ним схожу. Давай, я вместе с тобой. Ты куда? Я еще не там даже. Тут никого вообще. Не стоит бояться даже. Тут сундук. Еще сундуки. Алмазы! Вот они, вот, 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 вот. Закрывайся, блохво! Закрывайся! Что это вообще такое? Ты тоже это видел? Ты мне просто стример перед экраном. У тебя что, 5 звезд в GTA? Как это назвать еще? Я собрал 3 обсидиана, 2 алмаза. У меня там такой лут вообще был. Над нами где-то спавнер точно есть. Почему ты бежишь вперед? Тебя же схватят. Я не думаю. Ого, тут вообще вот... Что там? Я думаю, что выбросить. Ифриты, и тут много ифритов. Давай, лупи. Их много тут, они все за тобой. Давай сейчас я им путь сделаю, чтобы они прям бежали. Давай. Нифига себе! Ты видишь, сколько их? Свинозомби идет. Они дойдут. Они не стреляют по мне. Они вообще не стреляют, в принципе. Они пассивки. Да, я понял, что ты говорил. Сзади. Он меня, я думал, просто бьет. А куда так быстро? Жень! Так, все, нормально. Ребенок зомби! Ребенок такой быстрый! Женя! Куда он тебя тащит? В лаву! Пей! Так, я выпил. Женя, Женек, давай! Так, я иду, я хаваю и прыгаю. Я тебя вижу. Мой спаситель! О, все, поплыли. Что это было, ты видел? Я потерялся, где крепость была. О, смотри, фриты идут. О-оу. Они сами пришли, ты понимаешь? Охренеть. Так, давай. Как можно больше палок. У меня 3 палки. Так, они сейчас тебе плывут. Я вот из-за лавы стремаюсь, что сейчас все, его пока... Ай! Ко мне зашел! Мне кажется, я голос сорвал. У тебя сколько палок? У меня 4. О, палка. Палка. Все, у меня 3. А как нам выбраться-то? У нас здесь портал есть. Подожди, где портал? Антон, у тебя сколько обсидиана? У меня, короче, 3 штучки. У тебя сколько? У меня 7, у нас на портал хватает. Так. Тихо. Рамочка. Так, закрываем стенку сразу же, чтобы не вообще. Давай. Все. Поехали. Ты сделал идеальную рамку. Давай. Раз, два. Давай. Есть. Поехали. Все. Готовься, что там сейчас будут нападать еще. Так, не. День! Погнали, быстро. Я сейчас метну эндерперл. У меня 10 штук. Раз, два, три. О, ты угадал, прям туда побежала. О, так. Погнали. Он где-то здесь. Ты же брал с собой эту штуку, как она называется? С деревни. Компостницу. Я ее только что выбрасывал, когда мы бежали. Я такой думаю, да ладно, зачем он? Ладно, где-то здесь. Короче, давай попробуем компостницу поставить. А боже, так. Это самый лучший лайфхак в Майнкрафте. Хоба. У тебя гравий есть? А, здравствуйте. Подожди, я ничего не понимаю. Я вижу ничего, и мобы ходят. Оп. Заложу. Залезь. О, все, давай. Портал я вижу! Видишь портал? Ты портал не видел? Я не видел вообще крепость, никакие коридоры. Ну, у меня просто стоит обсипает, походу. Прям под нами. Го, копаемся тогда. Там под нами пещер нету славы или мобов? Вроде бы нет. Я очень надеюсь, что нет. Я так хрещаток люблю! Прям... Охренеть. А чешуйницы меня смогут унести? Мне кажется, они не понесут меня. Они стремятся. А давай попробуем. Я проход закрою. Смотри. В смысле, несет тебя чешуйница, где ты? Да вот она. Жень, я в блоке застрял! Все, вылезай. Сейчас чешуйница из блока вылезает. Сколько нам не хватает? Нам хватает в любом случае, да? Раз, два, три. Ты готов? Я хочу услышать, ты готов? Готов! И я пальцы скрестил, типа я не готов на самом деле. Так, сейчас, подожди, говно выкину. У тебя ведро с водой есть? Нет, у меня только с лавой. Ну, погнали. Возьми вот эту штуку. Ты дурак, что ли? С ума сошел? Возьми вот это вот. Собственно, мы попытались. Ну что, попаркурили? Унесет ли меня дракон? На тебя весь энд бежит. Не, дракону пофигу на меня, Жень. Ты это видишь? Я вижу. Они умирают из-за того, что их много в одной точке. На этом наше выживание заканчивается. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. Шикарно. Всем удачи, всем пока. Пока, волчата. Пока.